Так, ну что ж, по подлете. Нам тут предлагают создать усилитель щита Стигма. Нет, пока мы летим, ничего создать не будем. Лучше бомбить будем. Так, мы почти. Вон на. Тормозим. Ну, можно приземлиться, я думаю. Ага, и промахнулся. О, блин. Ледяные бури. Минимальная стража флора. Великолепная. Не, нифига. Недостаточно. А, у нас есть. Плутоний. Надо плутония надо добыть. Во. Щит можно. О, слушайте. Тут, я так понимаю, могу взять кораблик. Ага. Текущее отношение. Бесполезность. Лекция на фоне жизни говорит данное о своем грузе. Сделать предложение к покупке залет. Передать предметы в форме жизни. Купить предметы в форме жизни. Передать предметы. Че ты хочешь? Держи. Че еще? Гериди нет. Платину. Хотя платину можно продать. Мне она вообще без надобности. Гуляр, пошел вон. Купить. А что у тебя можно купить? Форма жизни. Нестабильная плазма. Материя. Атлас. Объект очень высокой ценности. Угу. Сделать приложение покупки звездолета. Итак, что? Ух ты! Ячеек поболее. Куча всякого у него тут наворочено. Сколько стоишь? 810. Ну, звездолет такой неплохой, слушайте. Гипердвигатель. Ну, тут есть что, обвесов еще можно поставить. Ячеек у него много. А что еще есть тут звездолеты? Давайте посмотрим. Только такой, да? Форма жизни. Чё ты мне скажешь? Температурная защита стабилизируется. Чё можно тут? Продолжалось. А. Продавайте предметы. Так я все продал-то. А, не все, титан. Слушайте, титан не нужен? Ой, иридий мне не нужен. Типа нужен. Вот это. Титан. Ну, я не знаю, не нужен тут тоже пока. Скорее всего, для улучшения каких-нибудь железа. Цинк мне это пригодится. Форма жизни. Поведай чего-нибудь интересного. Не, я вас не понимать. Мы этого не понимать. Я подхожу к электронной форме жизни. Так необычно. Геридий. Жизнь, она начинает инстинктивно изучать меня с головы до пят. Создание оживлено чиркой, и наклоняет голову на бок. Чем дальше оно меня изучает, тем больше силикатов, так мне подсказывает. Не. Что-то какой-то дрочи не втирает. Что, больше кораблей нету? Слушайте, только один корабль. А, не, вон, слушай, еще есть корабль. А, этот сел. Знакомство с инопланетными жителями. Температурная защита стабилизируется. Корабль угнали, слышите? Разведка системы жизнеобеспечения. А, я замерзать начинаю. Ну-ка, давай, грейся.
Так, мне предлагали там сделать какой-то усилитель щита. Че нужно? Цинк, платина. Блин, я платину продал. Ой, лошара. Кстати, нужно заправить, у нас есть ячейка. Че, еще корабля нету? О, вон садится. Куда сядет? Пойдемте чекнем кораблик. Можно будет его купить? О. Слушайте, блин, тут давайте посмотрим сразу по-быстрому. Понятно. Ля-ля-то поля. Да хай же базарить, там корабль еще стоит один надо. Покупки звездолета. Ух ты! Тут слотов миллион стоит, слушайте. Слотов зато побольше. Да и посчитаем. Раз, два. Ну эти ладно. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что можно выкинуть будет? 12 слотов свободных. Ну-ка, а у тебя чё? Слушайте, надо бабло собирать, мне кажется. Тоже неплохо. Пушки. Ну, двигатель-то понятно. Защита, фотонный луч. Ну, так себе. Так, надо валить отсюда. Мой-то мне купит никто. Ой-ой, буря. Уходим отсюда нафиг. Так, полетели теперь на маяк. Там. А еще тут что-нибудь. Тут что-то есть еще. Давайте посмотрим. Ух ты. Какой-то лагерь. Садимся. Да, за миллиончик он тут звездолет мне понравился. Много слотов. Ой-ой, буря. Пойдемте, зайдем. Во. Чё тут есть-то? Вообще ничего нету. Я-то думал, что туда идут. Потом я вижу технологию. Плутоний и технологию откроем. Ух ты! Сила луча тета. Омегон какой-то. Улучшили. Так, я сейчас могу замерзнуть тут. Не, с какой стороны? А я сейчас сдохну. Уходим. Фух. Чуть не сдох. Так, ага, вон сейвик. Поемте. Когда эта буря кончится, запарила она. Во, еще. Открытая новая технология. Плагма... Плазма-бластер. Ух ты. Неплохо. Так, я думаю, нужно тут засейвиться. Заберем вот эту фигню.
требуется обходной чип. Так, я могу сделать обходной чип. Нужна платина. Так, а для чипа... железа немножко не хватает. Ну, давайте чекнем, что тут есть. Температурная защита. Плутоний. Есть. Так, забацаем обходной чип. Еще поищем. Так, монолит, колониальный аванпост, трансляция. Монолит, давайте. Ну-ка. Вон он где. Монолит есть. Температурная защита стабилизируется. Давайте плутоний возьмем. А не корабль. Какое-то испарение. Я не рад, надо валить отсюда. Так, где монолит был? Вон он. Прям тут припаркуемся. Где-нибудь вот. Нужен миллион, чтобы купить корабль. Камень изучил. Ладно. Редкий. Так, давайте все монолитики. Карквас. Я чувствую слабость, словно кто-то вторгается в мой разум, на коже появляются волки, они растут и лопаются. Я чувствую, как мою плоть изнутри заевает тысячи крохотных игл. Вдруг я вижу, как металлические пауки, возможно, стражи поднимаются по моему телу, нравятся под шлем. Неужели это все происходит на самом деле? Это не может быть, я начинаю кричать. 8 металлических паучков выстрелить, подождать. Подождать. Галлюцинация исчезает, это было какие-то испытания, мне удалось его пройти. Мной появляется награда. Вас относится получше. Ух ты! Там какой-то шлем мне дали. Хакерский скафандр, объект высокого... А его одеть можно? Ладно. Так, Атас. Пойдемте на маяк теперь. А радиовышка, а там что такое было? А, там мы были. Торговый пункт. Пойдемте на радиовышку.
Тут что? Тут же какая-то фигня. Ладно, не поедем туда. Опасная погода. Приближается море. Да фиг с ней. Мы вне бури. Ой-ой-ой-ой. Торговый путь. Где планета? Вот она. Пока извернешься. Ну, на радиовышка. Погнали. Обстреливаем ее. Радиомачта, точнее, радиовышка. Сбрасываем скорость. Опа. Ну где тут садимся? О. Так, чё, как её вскрыть-то? Чё имеем? Где вход? О, нашёл. Ух ты! Давайте взаимодействовать. Как квас текущий наш, не как квакс. Радостное приветствие электронной формы жизни вдруг стихает. Она открывает свои... Таймидий. 9 углерод. Для меня. Что-то есть. Отправленный давно автоматический сигнал бедствия, похоже, остался без ответа. Если мне удастся подобрать код, скорее всего, я смогу извлечь его координаты. О, 720, 160. Пробуем. Что-то координаты места отправки сигнала бедствия. Ух ты, угадал в первый раз. И где? А, вон, вижу, слушайте. Пойдемте слетаем, что ли? Так, давайте сначала технологии еще изучим. Угу. Опасная ночная температура. Да, всем насрать. Где мой корабль? Полетели на сигнал бедствия. А, недостаточно топлива. Есть у нас топливо. Ну, мало. Надо будет искать скоро.
Мочи, кто там мы в беде? Сейчас мы поможем авианалетом. Разбившийся корабль. Это вот он. Оп, оп, оп. Я думаю, вот так можно сесть. Ух ты, место назначения достигнуто. И что мы тут можем? Неплохой такой кораблик. Сравнить. Ну, мой покруче все же будет. Принять. Стволы у него есть. А, я могу типа взять его, починить все это дело. И летать на нем. А, но мне надо. Фотонная пушка. Фотонная пушка у меня есть. Фазовый луч. Сила луча сигма. Я не знаю, стоит оно-то вообще. А переместить можно? Да вы что, правда что ли? Так. Так, к сожалению, взять не получится то, что тут лежит, так как игра зависает. Так, а вот это можем взять. Технологию улучшенного отражения сигнала. Изотопы тоже возьмем. Ничего не найдено. Так. А это я не взял? Амулет. Так, ну все, надо лететь, мне кажется. Где мой корабль? Улетаем с этой планеты. На взлет у нас есть? Нету. Они есть. Я, кстати, могу еще и чайку сделать плюс один. А чем она от этой отличается? Лес сплава. Улучшенное отражение Тау. Сигма. Энергетический щит. Лазер улучшает защиту космического судна от лазерного огня снаряда при случайных столкновениях с космическим мусором. Ага. Сильно еще разные бывают. Ладно. Ой, зачем я вылез? На взлет! Звездолет тяну мы не сможем купить. Банды! Большой кусок. Здесь какой-то, конечно, металл. Да, медь. Толкнем. Так,
чё, куда нам? Так, насколько я вижу, нам на следующее сюда. Хватает ISS сюда? Слишком далеко. Ну, сюда полетели. Мы на месте. Система какая-то там. Дальше на запрещенное здание. Так, а тут еще и база есть, да? Бомби, астероид! О, еще меди накопаем. Полетели до базы. Нам нужно много чего толкнуть, чтобы поднакопилось, так сказать. Потом уже слетаем куда-нибудь. Так, а что у нас там по нашим системам-то? Технология заряжена. Так, а в костюм? Ага. Технология заряжена. Технология заряжена. О. Есть кто? О, есть какая-то лягушка. Чё хочешь? Ек. Давать. Небольшое существо выглядит очень занятно. Похоже, оно подсчитывает торговую прибыль. Его глаза открывают шире и чувствует нашего первого контакта. Начинает жадно потерять пальцы. Дать юниты. Погладить форму жизни. В моей жизни явно в восторге, она дает мне что-то взамен. Ух ты! Урон пушки Стигма. Неплохо. Че еще можешь ждать? Гек, гек. Попросить перезарядить щит. Не, ничего не надо. Так. Запарежить можно или что-нибудь лутануть тебе? Я попробую пока что-нибудь продать. Так, не, покупка. Что у тебя можно купить? Энергетический резервуар. Ну, не знаю. Корабли какой-то. И конец еды на продукт. Титан. О, слушайте, титан можно купить у него. Давайте придадим. Так, железа нет, платина нет, золото придадим. Геридий нет. Вот эта вот фигня придам. Интарь звездолета, что тебе тут придать-то? Защитный осколок. Скафандр. Тут нафиг не нужен. О, меди дофигища продам. Цинк на корабле тоже не нужен.
Давай тоже придам. И железо еще насобирай. Во. Так, и чем мне осталось-то? Платина. Платина сюда. Звездолет. Да, нужно будет насобирать. Кстати, я же могу тут построить что-нибудь. Оружие. Никель. Платина. Ух ты, тут прикольный. Прикольные такие самолетики. Кстати, а купить-то их нельзя тут? Или они просто паркуются? Знакомство с инопланетянами. Чем не дают сканировать звездолеты? О, слушайте. Можно прикупить такой. Сделать приложение покупки звездолета. Так, 690, у нас 400. Че у него хорошего? А я ничего хорошего нету. Ячеек, ну, относительно больше, но не так, чтобы уж сильно. Сколько всего ячеек надо посмотреть? А, 20 ячеек написано. Улучшение охлаждения. Так это более военный корабль. А еще есть корабли? Нет. А у моего сколько ячеек? 15 ячеек. Ну, на 5 ячеек больше. Ну, там 5 ячеек, они-то все забиты. Смысл от них? Че, больше нет кораблей? Значит, можно на станции еще покупать корабли. Отлично. Полетели. Ух ты. Какие такие вражеские корабли. А у меня стволы такие-то не очень. Полетели до сигнала. А как наводиться, интересно? Тик, тик, тик. Я никого не вижу. Какой-то ад. О-о-о. Кто стреляет? Как его взять-то? Может, надо эти корабли поуничтожать. А он летает. Блин, как твоевать, вообще непонятно. Где этот корабль-то? О, атака по кораблям. О, понеслась. Ой-ой, меня прессуют. Хоть один завалить.
Чё? Спасите грузовые корабли, осталось атакующих кораблей 4. У меня щита уже нету. Да, я понял. Ай-яй. Где эта база была? Надо на базу лететь. Да. А я ничего сделать не могу, да? Так, ты корабля спас. И чё, я сдохну и теперь? Ну-ка, посмотрим, как умирает. И все. Это такая-то вот смерть. Угу. Понятно. Чё? Кораблей тут нету. Блин, ну давай ввязываться, не знаю. Не буду в бой. Надо стол... О, подождите. Надо посмотреть. Почем вот этот кораблик? Ух ты, прикольный такой. Ну-ка. Почем ты его толкаешь? Чего в нем есть? Так, 17 ячеек. Движок хороший. 256, слушайте. Ну, ячеек побольше, плюс куча всего. Стволов. Слушайте, я, наверное, его возьму. Смотрите, у меня 15 ячеек, но стволов у меня поменьше. Лучшее охлаждение стигма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь свободных. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. 7, 9, 10, 10 свободных. Ну да, тут на понакидано. Если что-то убрать. Ну, соглашаемся. Все, а теперь это мой корабль. Полетели! Да прибудьте. А что это такое? Че, недостаточно топлива? Надо зайдите. Так, давайте зарядим. Технология заряжена. Так, гипердвигатель. Взлетный ускоритель нужно будет. Опа! Чё за могила? Обновление потерянных вещей. Ага. Какая пушка нуждается в перезарядке? Ух ты.
Че, эти улетели-то? Тут тварины. Сканим. Ладно, летим. Тут больше ничего нету. А вот тут есть. Железо. Первый бой у нас оказался неудачным. Так, а тут что такое? Железо. Раздырявили. Так, во, неплохо. Ты чем заезжаешь? На тебе. Фотонная пушечка. Железо, сколько можно? 500 железа. О, железо можно пятихатку набить. Вообще не париться. Ладно. Полетели. Заброшенное здание. Так. Так, мы на подлете. Что-то можно просканировать. Почти, почти полетели. О, вижу там лагерь какой-то слева. Нам пока не туда, нам сюда надо. Тормозим. Садимся. Ух ты. Неплохая такая планетка, я вам скажу. Зелёненькая. Железо. А вот это что такое? Гравитационный шар. Ай-яй! Ай-яй, их пукан бомбят! Чё это, пацаны? За свой шарик, что ли, так?
стражи. Давайте, выучили первый. Стражи деактивированы. Нифига себе, за шарик в пукан напихали. Да слушай, супер металлический клад. Неплохо так стоит, кстати. Чё-то есть, давайте. Так, это была слон живая рана. А-а-а. Анализировать данные. Жена данные на. Так, ага, технология усиления щита. Так, чё стражи? Свалили? Ой-ой! Опять стреляют, да что вы-то... Чего надо от меня, я не пойму. Может это переправить его на корабль? Давайте обнажение, чтобы избежать стража. Даже деактивировано. Там еще вижу. И не дадут выйти даже. Может надо уничтожить это? Нифига. Так, а чё, щит восстановится? Или нужно восстанавливать? Восстанавливайте потихоньку. Так, меня потеряли. Я думаю, надо быстренько добежать. Да пошли вы! Уходим. Достаточно топлива. Что? Ой, есть немножко. Ай-яй-яй-яй. Уходим, уходим отсюда. Что делать-то? Что делать, пацаны? Нас тут вообще дуплят по-страшному. Какой-то. Какая-то нездоровая ситуация. Да сейчас вам. Уходим, уходим. Боевой какой-то страж. Вы о чем, мать вашу? Если здесь сохранится. Пока живы. Так, срочно нужно топливо. Вижу
топливо какое-то. Нет, не то. Камень знаний. Че, они будут меня преследовать теперь? Даже деактивированы, отлично. Иди нафиг отсюда. Мерзкий страж. Так, нам нужно. Где он? Вот он. Плутон. Плутоний, друг. Во, это хорошая вещь. Плутоний есть? Глера, вот. Во. Нет, это энергетическая фигня. Плутоний, во. Ну что надо? О, так можно еще и под водой. Отчаяние. Так, чип, а чип могу сделать? Ой, чего не хватает на чип? Железа не хватает. Фу, да это вообще не проблема. Давайте. Посмотрим, где здесь монолит есть. Монолит вон там где-то. Блин. Тенят станут эти стражи. Чего они до меня докопались, я не пойму. Из-за этой фигни, что ли? Ладно, главное, я урвал. Где видят они меня? Монолит далеко? Где-то там. Неплохо. Так, отлично. Так, это нужно переправить на корабль. На корабле зарядить сразу. Технология зарядки.
Отлично. Чтобы сразу свалить оттуда. Еще где плутоний этот. Где мой корабль-то? Вон он. А я падаю, падаю. Кризанит какой-то. Все, теперь можем лететь отсюда. Но тут твари докопались какие-то. Чё, сил недостаточно. Приближаются враги. Как так-то? Они до меня докопались-то, ё-моё. А у меня плутония нету. Уходим. Ищем еще плутоний. Thank you.
погоды. Буря заканчивается. Так, снова тут.